Велопатруль готовится к первому дежурству. Нести службу сотрудникам предстоит на набережной Саратова. Длина маршрута чуть больше 2 километра, от первого причала до пересечения с Вольской. Велосипедисты в погонах преодолевают это расстояние в разы быстрее пешего наряда. Установлено взаимодействие при патрулировании с передвижным постом, патрульно-постовым автобусом, который расположен на Новой набережной, и стационарным постом полиции, который расположен в районе памятника Гагарину. Патрулирование обусловлено эффективностью тем, что на набережной исключен проезд легкового автотранспорта, в том числе машин аварийных экстренных служб. Поэтому на предусмотренных велосипедных дорожках сотрудники полиции беспрепятственно могут передвигаться, но оперативно реагировать на сообщения. Перед несением службы полицейские проходят обязательный инструктаж. В первый рабочий день велопатруль возглавил начальник управления МВД России по городу Саратову полковник полиции Андрей Чепурной. Вместе с нарядом он проехал по всему маршруту. Глава городского ведомства отметил, функции патрульно-постовой службы на велосипедах не отличаются от обязанностей авто- или пеших патрулей. Сотрудники будут нести службу в зависимости от анализа оперативной обстановки. Также в связи с изменениями оперативной обстановки предусмотрена передислокация нарядов на велосипедах, ну и другие места с массовым пребыванием граждан. Саратовская набережная как первый объект для патрулирования выбрана не случайно, ведь именно на этой территории сконцентрировано наибольшее количество отдыхающих и гостей города. Задействован велопатруль будет ежедневно, особенно в вечернее время и в праздничные дни.